Я бы его уже резал. Господи, как много вы говорите, ребят. Отключи в игре эту хрень. Он пошел сейвить, можете его вынюхивать. Ты его замьють в игре. Слушай, только. Хуяво. Куда он ушел-то? Он ушел сейвить. Всю малину испортили. Да нормально, что. Потом зарежешь. Когда ты потом, это раз в год бывает. Иди в ковры тогда. Блин, ну сказал бы, я режу, я не понял тебя. Ну говоришь, я убью, ну. Вон он. Он уже понимает, что нужно будет на ножке просто, на ножечке. Да это подло. А, ну точно. Я наконец написал в чате в твиче, браво. Пока? Да я не могу понять, у меня почему-то нормально идет стрим. Макс, я побегу. Сама ты лагает? Ладно, все, ты поймал. Ну, лагает почему-то в моментах, в некоторых моментах нормально. Давай я чекну сейчас коннектор, покажи. Там раз... Один с попаданием уже. У них эко. Пушит яму. Зигу пушит. Окей. Я даю флешку. У меня 2 хп, я не пойду больше. Ага, окей. Зиги стоит близко. С дома, бегом. Прикрой же, ну, артёр. Откуда стреляют-то, блядь? Чё вы... Блядь. Блядь, это охуенная хае просто. Хелпа. А чё это за прикол был, я не понял, через 2 дыма мне в голову. Просто стрелял. Просто рандом опять колол. Вот, пацаны, крипчей. Ну чё-то слишком много отвлекаюсь сейчас, вообще как-то. Ты отвлекаешь? Да, отвлекаюсь на что-то. А теперь ерунду. Давайте, двое ковры, трое... Я на Б. Я дым дам на голову. Я на Б. Потом во втором раунде... Двое ковры, куда ты? Я один справлюсь, не бойся. Я ВП, я сейчас просто... Один красный уже. Второй тоже. Ну что ж ты сказали, что ты побежал в коннектор. Вот под коврами нету. Голова ХВП. Да, возможно. Надо хаешь куда тяну. Я флеш взяла туда. Я могу дым еще положить. Кладу. Он на головах, да, будет? Я попростреливаю головы. Я в спину смотрю. Окей. Блять, ну прикрывайте, ну ребят, они же могут в дым зайти в плант, ну вот как? Да он просто в пленте был, я не понимаю, что вы не чекаете? Он прошел с респы, я просто бомбу ставила, ну что ж могу сделать-то? Я больше никогда не буду бомбу ставить. Меня постоянно убивают вот так вот. И сидит, блядь, в нем в надо было ставить на Зигу, ну. А вы можете помолчать? Нет. Согласен. Нет. Зигу, блядь, второй раз уже там в этом углу. Как бабки на базаре, реально. Предлагаю, ну кто-то имеет право. Ты еще не бабка, так что же не имеешь. Будет тебе 40 лет, зайдешь в КС, да? Все, короче, зайду в КС, да как? Припомнить. Все, давай разыграем по-быстренько. CS GO 1.6. Какая-нибудь версия. CS, я не знаю, что они там придумают. CS GO промо будет. CS RAN какой-нибудь будет. Не, уже не пойдем. CS Dota. CS Dota? Там за шейкера бегать. А знаете, в чем самая главная проблема? Я постоянно нажимаю на кнопку болтать с вами, не буду с вами говорить больше. Вот мне калаш. Че, нас АФК или респу смотрит? Да, смотрю. В окно постреляете? Вы не хотите, да, быть, как я понимаю? Да не, пошли тогда. Да не, можно на Б, че, дым-то уже прошел на Б. А вы там где? В медле? Я, пойдем в сходе. Кто там зеленый? Вы тогда Зиги заходите, фиолетовый. Ну сам. Тяжело. У меня смока нету. Потихоньку. У меня хаешка. Ладно, че, кидай. В окне был, но он, по идее, битый должен быть. Хаес словил. Ну машина, чекает. Уже Зига один, я слышу. Ну все еще там. Там хаешка. А, один. Зига. Посади в окно меня, в окно посади меня. Стой, надо назад отойти. Ой, там. Там двое. Да там инфа уже пошла. А то и трое. Я сейчас с кухни зайду. Там что в спину не убили пока. Да, пошутите пока. Блин, время-то мало. Чё, один, чё ты с бета уходишь? Удали же минус. Да все, я от страха. Чё, б сразу. Надо ставить. Ты по-тихому тогда. Ещё б. Да не, они все на б уже, блин. Я уже сама не верю, что успею. Давай, Юля, беги. Сейчас такой бот. Просто смотрим тебя. Вон он, ты чё, Юль?
Да я видел его! А он власт еще? Обалдеть! Блять, а где вы-то? Чё я не понимаю? Ебать, я не понимаю, чё вы сдал, блядь? Не приколы. Да я думала, что все уже передумали мы бы эти. ХП было, блядь. Блин, а чё он на сейвил, что ли? Ну у него 10 хп было, я, короче, когда середину проходил, я ему не удал. Я ещё так вообще беспалевно зашла на план, по-моему, ставить. У них один бот, это не страшно. Он стоит сам в шоке, просто тебя смотрит, не понимает, как такое счастье творилось. А я еще его... Да, я еще даже убивать его решила. Думала, бот, он, наверное, еще не убьет меня. Вы меня еще запутали. Думаю, что бот никого не взял. Ты не взял его. Минус окно. Окно АВП было, минус дал. Возьми бомбу. АВП под Б, может быть, Зиги. Я думаю. В Зиге есть. Минус. Вот... Блять, пуш, Зиги давай. Зиги бегает до сих пор. В окне ты вообще видел? Или ну что? Я на вышел. Слышишь? Я прячусь. Вон он, спрыгнул. Круто. По-моему, меня не слышат, да? Конечно, слышу, слышат тебя. Тут заняты. В окне, ласт в окне. Просто... Да чё оно не прошивает? Ну что за ёбаный стыд? Где он? Не. Как он живой там остался? Ну конечно, блядь. Сейчас вас всех убью, да? Блин, я уже сомневалась в своем убийстве. Сегодня день фейлов каких-то у меня. Они бы лучше сдали, что ли, я что-то как-то не туда-сюда. Ну они тащат, пока не думают, сейчас вытащат. Какой тащат? Там фейл. Не, ну они хорошо играют с ботом. Ну, двое под АВП, просто двоих убивать сразу. Иногда босс. Ой, уже... ладно, на меня гнать-то, господи. Ну, просрал я один раунд, что ж делать. Плыньте, может быть. Вон, в шедоу зашел, ёпта. Бэк возьму. Его убили? Тебе. Да, голова. Голова. Ну, еще один там красный на головах. Стоит там еще. На головах бегут. В коннекторе. Он... Что за наш? В головах ласт. Я думаю, просто он знает, что это. Выходит. Смотрит тебя. Хорош. Да вы что, сомневались вам? Слева тебя, слева. Я не могу так зигла поставить. Он дает хедшот и сразу же дает второй хедшот. Причем... Это на шифтах, понял? Это на шифтах стреляется. Не, там пауза все равно должна быть у этого оружия. Ну как бы там... Нет, нет, там, понимаешь, как при фаером стреляется. Если в одну точку на ходу будешь палить. А, ну да. Это вот примерно вот так вот будет. Он все время будет в одну точку стрелять. Это имба какая-то. Не имба, это просто... Один спрыгнул, блядь, коннектор близко один будет. Яма близко. Да. Поджимают мид или нет? Поджимают мидл, они двое. На, бот поджимает. Еще там. Спрыгнул яму, у тебя. Еще? Да, убил. Да, разберемся. Больше нету на мидле. Диги один. В окне, Макс, в окне. Я пошел на респу. Нет, ты профессионал. Я Зигу смотрю. Я на респе и уже, ребята. Ну как я его, под попку ему. Хаешечку видел? Дала. Я видел, что вы двое на медле, а меня с окна убивают. Ты кто два раза там сдох, тут попрыгал, два раза умер. Ну, на самом деле, такая трата времени. Ну, хотя, в принципе, победа. Че, кинуть дым на мидл? Давайте хлопцы побыстренько и собачку потом... Лишней не будет. Я сейчас подаю, я подаю, а поднять я, короче, не могу уже хуй знает сколько, брат. Ну, я тебя понимаю. Как бы не спустили бы просто. Зига поджим. Зига 2 поджим, по-моему. Минус 1 подаю. Ну ты там ямку-то подпушиваешь, да? Подпушиваю, да. Я даю флешку сейчас тогда. Тут кто-то уже нам дал что-то. Флешка-то. Там какой-то коннектор есть. Коннектор. Да столбом, блядь. Можем уйти тогда. Один есть на голову. Почему, когда я смотрел его, он не вылез, блин? Хорош. А где он стоит? Там спойлер? Один сплантен за сигареты где-то около меня. Тоже под этим коннекторы топает кто-то. Есть на голову, да, по-моему, да? На голову. У меня 4 хп. Тогда постой лучше. Отдохни. Сейчас я попробую разобраться. Он залез к тебе, по-моему. Могу флеш дать на 22. В коврах убил. Бил головы. Ковра, ковры, ковры. Я жду его. Сейчас придет.
Может с бэка прийти вообще. Пойдем обратно, пойдем на бэк. Дига! Ну тут зажим. Он в доме. Ха-ха, такие зажимы. Молодец. Я вообще 30 пуль зажал, убил парня. Я не мог бота, короче, убить, он еще свичнулся на этого, на, короче, игрок на него свич. Я просто 30 в пол, блядь, и пиздец, короче, блядь. Знаешь, как это, когда CSGO только вышло, да, без всяких патчей, там реально надо было в пол зажать, чтобы убить в голову. Не, ну он как бы спиной стоит, я такой копа очередь дал, ему похер. Просто смотрел, как какой-нибудь нео просто жмет себе под ноги и убивает в голову кого-то. Я помню, как Гитрайт парапет зажимал, бля, с нижнячемки. Они бегут к вам в яму или что это за... Коннекторе один. Да. Меня через дым прошили. Инфу ждал. Минус окно. Я убил другого. Не понимаю, где пойдем, они? Уходим. Я не знаю, меня через дым убили на головах, наверное, где-то. Что у нас с бомбой? Пойдешь, я бомбу возьму. Я подожду в яме. Давай. Перемычка, перемычка минус 27. Забрал калаш, еще один будет перемычка. Или окно, короче, они два на... Юля, в окне. Блин, я не успела. У нас список там. У ямы. А, это там, один. Ну, блин, Крис, ёбаный в рот, блядь. Ого. Извините. Тут дети смотрят. 18 плюс поставлю. Вдруг осиськи покажу. Ну, блин. Бомануха? Да. Спорим. Все равно никто не смотрит. Ой, сейчас на слабом я хочу взять? Да. Ну, я так банан ем. Это просто пик эротики для меня. Ну, называется кусочек секса, да? Кусочек. Кусище. Дом при таран. Я не могу понять, какой по счету ты банан уже жрешь? М? Какой по счету банан ты уже жрешь? Второй всего лишь. Ты, оп, он что-то писал, куда он ушел? Ага, нифига себе. Кто это у нас? Ну, затащишь один, тихо, что ли? Тихо. Найс. Вот это я понимаю, парень из 1.6. А ничего, что я с соуса. Ну, я про тебя молчу, поэтому. Так, посмотри на себя, 17 на 8, ну разве это счет? Мы, между прочим, топ-1 своего универа. Я рад. Вот расстраиваюсь. Просто этого нельзя было говорить. Ну, а что на лане были? Ты был на лане на своем сурсе? Ну-ка. Конечно, был. И что там, с кем играл? Чё добился? Пять раз. Достижение. Деньги выигрывал. Играл. Даже выиграл? В универе тоже флеш проиграл. По 5 рублей. Да, да. Зиги. Слепой, прикрой меня коннектором. Ну, блин. Подожди. Нет? Есть дым у тебя коннектор? Есть, есть, есть. Давай. Есть, есть. Как, я не знаю, вот так? Да похер. Я, давай флешку дам в окно. Коннекторе есть. Зига близко. Даю в коннектор. Тихо, 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 тихо. Даю в коннектор. А я бомбу есть. Заберу. В окне, по-моему, есть. В комнатке в этой. Оооо, бот кого-то убил. А, это АФК. Бот убил, АФК смучает. Да, бот его убил. Да, пиздец. Ну это бот, это я понимаю. Сзади уже, ребята. Ребят, ё-моё, что вы смотрите? Коннектор. Я окно контроль, у него 5 хп осталось. Тысячи извинений, дорогие друзья. Заходи, да. Минус коннектор, короче, на зиге. В общем, зигзаг, дом. Минус 50. Да сука, блять, я не могу как Макс сжать, блять. Не, ты не опускаешь прицел, ты его держишь. Да нет, потому что я привыкла как в 1.6 и не отвыкла до сих пор. Боже, у тебя... Сколько у тебя там сейчас посмотрим, ты? Часов? Ну, 800. Ну, 800 всего, ё. Не привыкла все равно. 1.6, 2000. Три даже. 4. Два аккаунта у меня было. У меня два аккаунта было. Вы опять говорите, когда... Вы мешаете. Это она говорит, я молчал. Ну, поддерживал тему, так что же надо. Да, ты спросил, сколько часов. А, надо на импакт, да, поставить. Сейчас за всех, знаете, кто будет играть? АФК. Мы сейчас сами постоим четвером, а он будет минус 5 делать. Он будет дропы давать. Да его бот убил, блядь, с мухи. Пиздец, 5 раз там стреляет, но стреляет. Вот попасть не мог? Да, он просто в упор встал.
Дайте мне дроп-то. Он все смотрел, так у меня пауза. Дайте ему дроп. Не бомбу, а дроп. Да, дроп, да, я дал.